Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ты знаешь, вот такое кольцо есть в моей семье, у моей дочери, да, которая... Я причем помню, что я, знаешь, как шла на роды, и нужно было снять все кольца, все серьги, все. И я договорилась с доктором, они потому что узнали, что у меня мама доктор-гинеколог, и они мне разрешили взять это кольцо в руку. Я тебе хочу сказать, я точно знаю, что вот именно оно мне помогло, потому что у меня очень был сложный период, сложная ситуация в жизни, сложная беременность. Но я каждый раз молилась, я знала, что вот эта вот сила... которая со мной, она вот сосредоточена именно со мной, она помогает как-то. Именно вот не в этом знаю, талисмане, до сих в этом пор украшении. Знаю, что это вот сильнейший талисман в моей семье, в моей жизни. А вот это как раз очень чувствуется, когда есть сила у украшений, и, конечно, у кольца «Спаси и сохрани» сила присутствует, но мы постарались молитва. Заключить его в особенную форму. Вот здесь у нас как раз молитва на внутренней стороне, но посмотри, какой дизайн и какая алмазная грань, какой потрясающе. Рисунок вообще идет у кольца. Здесь кольцо смотрится современно, потому что мы привыкли к кольцам «Спаси и сохрани», ну что, молитву написали, да, да. В принципе, и достаточно, мы никогда не смотрим на дизайн. Здесь принципиально другой подход. Сочетание дизайнерского украшения вместе с молитвой. И ну, что я хочу сказать, у нас обычно цена на такое кольцо... была 6999 рублей, конечно же. Так. И мы сегодня решили сделать принципиально новый подход к этому кольцу. То есть у нас цена 6999 рублей на 23, 22, 21 и 20 размер. Начиная с 19,5 размера цена снижается. Она будет 5999 рублей. Далее, начиная с 17,5 размера цена еще снижается. Она будет 4999 рублей. Ну и самый доступный вариант – это 16 размер. Он у нас с вами как раз по цене 3999 Отлично. Рублей. То есть мы даже здесь, вот где мы можем дополнительную вам предоставить скидку, мы делаем. Потому что, еще раз, базовая цена на это кольцо всегда была 6999 Слушай, рублей. А знаешь, что мне нравится? Что молитва, получается, она – это такой момент очень сакральный. То есть молитва здесь не видна, она выгравирована изнутри. То есть мы можем такое, получается, кольцо, да, носить как дизайнерско-декоративный вариант, то есть для всех, да, допустим, со своим кольцом обычным, да, с помолвочным кольцом. Да, абсолютно. Да? И плюс мы не видим, что там молитва, то есть это такой важный очень момент, посмотри, я даже как раз звезда с бриллиантом, да, я с бриллиантом здесь потрясающе. Объединила, потому что очень многие носят, конечно, вот такие кольца в сочетании с бриллиантами. И сейчас же у нас очень многие не только женятся, они венчаются, поэтому вот, мне кажется, такие украшения, они не только для жены, пар, конечно. Или не только для человека, который просто хочет себе талисман такой приобрести, это еще и для пар венчанных, например, да? То есть будет великолепно, конечно. Ну и, кстати, знаешь, вот мужчины очень часто даже кольца не носят, а носят их именно на цепочке. Отличный вариант повесить на цепь такое кольцо, да, да? Подарить да. своему любимому, супругу. Размерный ряд у нас от 16 до 23,5. Сейчас нам говорят, что кольцо приобретает также с крестом наше спасение, да? А, кстати, очень приятный момент. Посмотрите, крест с бриллиантами, 16 бриллиантов. Как называется? Вечная красота. И цепь, знаешь, что мне нравится? Что у нас золото ни в коем случае не отличается. То есть, да, какую бы коллекцию мы сегодня не выбрали, она у нас будет в едином цвете. И, конечно, то, что это золото 585 пробы, это ГОСТ, да, то есть, опять же, что мы говорим, в принципе, золоту можно придать любой оттенок, так. есть желтое золото, есть даже зеленое золото, есть даже черное золото, да, это все разные сплавы, есть белое золото, но мы традиционно в России выбираем вот такой оттенок красного золота, на самом деле, за рубежом его называют розовое, то есть, да, просто чтобы вы не путались, и розовое золото сейчас одно из самых популярных трендов в мире, и, конечно же, да, мы можем показать и с бриллиантами, крестом эту коллекцию и вот с таким крестом, который называется «Наше спасение», спасение, да, и вот это как раз золотая коллекция, очень она красиво. Прекрасно объединена. Ну и я могу сказать, что вот у нас, да, кольцо, оно смотрится замечательно, очень оно смотрится красиво. И как обручальное, и опять же, да, это может быть такое регулярное ваше украшение, просто вот да. как ты говорил, это талисман, да. может быть мощнейший, потому что история, которую ты рассказала, меня, конечно, поразила, и я вот понимаю, как в сложные моменты вот такие украшения, да. они прям дают силу. Да, я тебе абсолютно честно говорю, это всегда я искренне рассказываю все истории, знаете, потому что
это правда, потому что нужно верить, да, потому что вера, она ведет нас в жизни. И очень важно, что здесь действительно самая сильная молитва, которую мы знаем, да, с детства: спаси и сохрани мя, дорогие, пусть вашу семью, ваших родных, ваших близких спасает сегодня сила молитвы, которая есть в нашем кольце. И для меня вот очень важно то, что здесь молитва, она сакральна, она изнутри, да, то есть она только для нас, для нашего сердца. Но при этом снаружи есть вот это очень сияние красиво, практически бриллиантовое. Мы как раз можем это сравнить на примере нашего кольца, да, на примере кольца «Звезда Голливуда», то что здесь у нас бриллианты. В пару не менее прекрасно будет вот эта двойная, да, такая дорожка. Причем тоже, знаешь, мне кажется, что этот дизайн отлично подойдет и женщинам, и мужчинам, потому что здесь есть вот такая геометрия стильная. То есть мужчины как еще обычно говорят: ну, мне не нравится кольцо, мне там дизайн не нравится, да. А здесь это кольцо по-настоящему универсальное. Да. Женщине понравится за счет блеска, мужчине за счет геометрии. А знаешь, что мне нравится? Что золотом можно носить еще вот, собственно, любой образ, да, чтобы ты не надела утром, да, дорогие. Вот я не снимаю вообще свои серьги, и я понимаю прекрасно, что и под спортивный стиль, и под повседневные брючки, джинсы, да, какой-то кардиганчик, я знаю, что это все будет подходить. Но все-таки, если вы выберете вот такой блеск, да, то вы будете всегда привлекать внимание. Кстати, по всем стандартам ГОСТ, да, и с паспортом, и со всей информацией. И кстати, самое главное еще, да, что оно освещено. То есть, естественно, такие коллекции мы стараемся уже заказывать так, чтобы они были освещены, сильные, чтобы вам не приходилось куда-то бежать, особенно если вы эти украшения дарите, чтобы не приходилось бежать в храм изначально, да. То есть, у нас действительно такой динамичный мир, что не всегда это получается сделать. Согласна. То есть, здесь освещенное украшение. Вот у нас с вами паспорт, то, что это золото 585-й пробы. Опять же, развесовка будет разная, да. Она может быть 1-2 грамма, 1,5 и вплоть даже до 2 граммов практически. На самые большие размеры. Но как раз именно сегодня мы делаем скидки на маленькие размеры. Вообще. То есть базовая цена на это кольцо была 6999 рублей. Но на более маленькие размеры у нас цена уменьшается, потому что, естественно, меньше металла, и мы стараемся вам предоставить максимальную скидку. Ну и, кстати, обратите внимание, у нас скидка 7400 рублей. Вы можете на скидку выбрать крест «Наше спасение», да? Золотой тоже крест. Но, уважаемые продюсеры, на него цена 999 рублей, разве? Нет. Нам сейчас нужно изменить цену 1499 рублей, дорогие. Но в любом случае, это цена на золото. Это абсолютная правда. Все стандарты ГОСТ, все паспорта. Сегодня день золота. Вообще, когда скидки на золото, меня это всегда поражает.